Всем привет, любителям кастома. В данном видео будет переделываться замечательный Audi e-tron. Вот такая вот модель, довольно интересненькая, серого цвета, от компании Hot Wheels. В каком же она будет стиле делаться? Делаться она будет в стиле Мандалорец. Помните, да, из Звездных Войнов? Такой вот замечательный рисунок у него будет. По бокам, спереди, капот, крыша. Полностью вся. Что будет полностью переделываться? Здесь будут заменены колеса. Ну, сами декали видели, что полностью будет весь кузов. По внутренности я менять ничего не буду. Останется также все по-прежнему. Ничего в нем не изменится. Только замена колес и нанесение самой декали. Вот. Начнем рассверливание заклепок. Вот. А пока вы будете смотреть, обязательно подписываемся, ставим лайк, делаем колокольчик, пишем обязательно комментарии, какие бы вы хотели еще увидеть кастомы, либо же в каком стиле сделать вам в следующем видео или предыдущих видеох, которые вам будет интересно увидеть. Ну, приятного просмотра! Смотрим, что у нас получилось в итоге.
Вот такая вот, такой стиль, стиле Мандалорца. Покрыт лаком сверху, так вот блестит на свету. Также мы сделали, также я сделал немножечко карбончика по краям снизу, проклеил. Вот, а пока вы смотрите завершающий этап, обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, особенно на Яндекс.Дзен подпишитесь, потому что, как вы знаете, YouTube монетизацию полностью подключал. Соответственно, для того, чтобы делать вам интереснейшие кастомы, нужны денежки. Вот. И для этого подпишитесь на Яндекс.Дзен, также на YouTube подписывайтесь обязательно. Вот. Ставьте лайки, колокольчики. Обязательно пишем комментарии, потому что комментарии очень важно. Мне всегда интересно с вами пообщаться. Может, какие-то у вас интереснейшие предложения есть. Ну, а сейчас смотрим итог.